Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья, мои маленькие любители киберспорта, как говорит один небезызвестный персонаж, а как другой небезызвестный персонаж желает всем приятного аппетита и отличного просмотра, так и я вам пожелаю всего этого. Давненько не виделись, давненько не слышались, вот я и решил записать очередной турборолик, так скажем, онлайн. Чтобы, ну, просто, так скажем, показать, что я жив-здоров, все хорошо. Относительно всего того безумия, которое происходит в мире на фоне. Ну, а сегодня у нас 26 сентября, октября. И что же? Мы начинаем? Начинаем наш КВН турпа. Что ж, что мы сделаем? Мы сыграем, да, за Давенблькер. На самом деле, очень крутой герой. Очень-очень. Но, к сожалению, не у меня. Это будет очередное испытание. Так, 3, 2, 1. Танкуем. Оп! Ну, стандартный закуп. Стандартный закуп маньяка. Чаус, давайте пойдем вот на вот эту линию. Медовый бистмастер. А у нас, кстати, вовсю идет интернешнл, к сожалению. Спириты уже на данный момент вылетели. Team Spirit — это чемпионы прошлогоднего ИНТА. И у нас остается всего ничего команд. Осталось 5 секунд. Сейчас я даже вам скажу точно, сколько остается команд. Вот. Есть Тундра, Секреты. Так, сейчас, секунду. Не подумайте, что я залип. Да, сейчас просто очень трудно что-то говорить. И не говорить. Астеры и Ликвид. В общем, 3 Европы и 1 Китай у нас. Как ни странно, большинство думает, что возьмет Секрет. Но я думаю, будет Тундра победитель. Ну, потому что они жестко раскатали. Спиритов просто укатали. Просто так жих-жих-жих-жих по спиритам. И все. Ну да ладно. Promises are dangerous, mortal one. 30 секунд до начала сражения. Фаст рапира, да, фаст рапира — это неплохо, но не нам. I respect trees as obstacles for their well-being, not my own. А что, мы четвером одну руну да, решили забрать, блядь. Вторая как бы нахуй не всралась никому, блядь. Бывали ее семеро, блядь. И вторая, и третья, и четвертая. Охуенно, все четвером подошли, блядь, одну руку посмотрели. Все нормально. Про дота. Это надо. Про дота. Рапира первым флотом, понимаете. Имба на Рубика. Чё? Так, сразу трёхударную качаем. Вайпер Денайд, да, достаточно неплохо. Что ж у нас еще происходит? Оп. Вот так вот, да.
жестко, жестко, конечно. Еще кустанчик заметель. Я уебывался, блядь. РПЦ ник. Интересный ник, конечно. Тральнуть его по этому поводу. Давай сейчас вот вся на ничего заберем, блядь. Смотри, он уже боится нас. Yes. Лера, ты меня слышишь, нет? Лена, Полена. Так, ну что ж, можно попробовать аккуратно зайти. Да, это было ужасно, просто ужасно. Это было мега фигово и некрасиво. Ну да ладно, отдались. Эй, нахуй ты крипов вообще трогаешь? А, так я думал, ты не говоришь, я проверял. Охуенно ты проверяешь, блять, выигрывать сам будешь, нахуй? Конечно, там, соло. Чё воровать будешь, скажи? Культу шейкера? Да. Охуенно. I was always good at killing. I could cover the cosmos. Или космос. Так, ну что ж, мы определились, будут воровать ульту шейкера. Ну, под вышку я не хочу лезть. Оп-о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 п. Донатьте, кстати, чтобы я не говорил. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Много раз. Так, что там РПЦ у нас? Ульту шейкера. Не подходят, ребятки, боятся, а оно и правильно, оп, вот так вот, вот так вот, да, что это за обычай решили. Ладно, что ж, попробуем сделать отвод. Хил МЧ буду воровать, понял? Хуя. Сейчас клинок Мартрес ворую еще. А почему бы и нет? Вашу центральную башню атакуют. Давай пушим, пушим, я подкину. Да, 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 да. Я бы сказал, что это неплохо, но это было опять плохо. Опять очень плохо. Но ничего страшного, наши убили. Так, что ж, мы ж пойдем. К себе на линию, чтобы быстренько сделать атом. Делать, наверное, нет. Оп! Теперь смотри-ка, мимо елочки, мимо елочки. Аккуратно. Yes. I'm still in some. Вашу нижнюю башню атакуют.
Да ёбаный брус, что она не нажала? Так, пацаны, ну не пить, блядь. Да, дела. Что, go? Вашу центральную башню атакую. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. I like this course. Да, жестко. Вот лайки сыпались. Да, а мы продолжили. Жестко и беспощадно. Да, конечно, это жестко и беспощадно. Что я могу сказать? Ну а что делать? Что делать? Просто мы жесткие и беспощадные, да? Пацаны, а кто знает эту песню? Блядь, я придумал сейчас. Сооружения.
Don't be hasty. To earn my place anew. With Ino Rush, you need new Russian attacker. Let me tell you. Ваша нижняя башня разрушена. I'm not used to feeling this way. Okay. Центральная башня противника разрушена. Who wants to play now? I'll mend on the way. Not many things could make me say this, but how degree. Да. Легендарная была заруба. Что ж. Что ж. Ну, а у нас новые проекты. Мы планируем... Планируем снести трон. Вот это шанс. Проект. Дефекаемся к друзьям. Сел он на одно место, как говорится. Ох, ну что ж. Что ж, побьем ли мы рекорд турбо, чтобы ты всего лишь 15 минут посмотрел. Вот так вот, да. И улетание не улетело. Что ж, у нас Сенч плюс Яха. Жестко. Сдох как никто, вайпер. Пятерых. Бля, что ты делаешь, вайпер? Ебать ты, смешной, бля. Так, ну мы отменим. Залетел чисто в крипа, дал и ушел. Конечно же отменим, потому что ну, мы же не дебилы. В отличие от вайпера. Потому что вот сейчас опять и можно проиграть, несмотря на что. Ну хотя с таким Марк Варденом. Нижняя башня противника разрушена. Не должны. Как мы будем действовать? Мы будем так вот обороняться. Пошли рожу заберем. Он ДДшка. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. О боже. Алло, а чё вы не, блядь, не подходите? Да никто к тебе не подойдет. Никто. Да. Еще раз ужаснейшая фигня. А мы будем выходить на инвиз. Чтобы инвизиться и убегать как черти. Вашу центральную башню атакуют.
истощение. 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 A bright flash in the glimmering darkness. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Вот такую фигню сказал. Все это должно было произойти еще на 13-й минуте. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Yes. I'm under attack. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Центральная башня противника разрушена. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. Центральные казармы противника разрушены. Да, ребята, у нас были жесткие. Центральные казармы противника разрушены. Да и я был и опять я отдался ни за что. Почему так? Ужасно мощно. Ужасно. Центральная башня противника разрушена. Сильверок. Центральная башня противника разрушена. Where are you going? Ну что ж, друзья, спасибо вам всем большое за просмотр. То, что потратили время, пожалуйста, ставьте подписочку, ставьте лайки, комментите этот видосик. Буду стараться выпускать более качественный контент. Всем моим поклонникам большой привет, всем хейтерам тоже большой привет. Все будет хорошо и позитивно. 22-й год рулит, скоро он закончится, и все будет хорошо. В общем, всем удачи. Свидание! Туру-туру-туру.